тьме, ночной, при свете дня, SCP-173, призываю тебя, я... О, господи! Господи, это похоже на кровь! Это просто жесть, нас и черт, стой на месте, он сзади тебя! Чё твори, про меня зовут царь Кеонис, и про вы не поверите, сегодня мы вызываем SCP-173 статуя! Это просто жесть, мне всё ещё это всё не верится! Эй, бро, сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! Это поди, ты по мне каплю не послышалась, я реально сегодня попробую как-то призвать SCP-173. И Supreme Банда, я надеюсь, вы знаете, кто такие SCP-фонд. Это специальный фонд, который ловит всяких инопланетян и разных существ. Именно поэтому банда, у них есть там разные существа SCP. И каждого у них есть свой номер. К примеру, сегодня же банда, мы вызываем SCP-173 статуя. Это просто жесть, банда, при виде этой статуи не можно моргать и отворачиваться. А то если я, либо Настя отвернемся, либо моргнем, он просто запросто на нас нападет и сломает нам шею. Это будет просто жесть. Банда! А еще эта статуя полностью сделана из бетона. Она может нас запросто раздавить. И банда, я знаю, это очень опасно, но я знаю, как вы этого хотите. Именно поэтому сегодня я попробую призвать SCP-173 статуя. И у меня могут быть огромные проблемы с фондом, потому что я вызову одного из их монстров. Банда, они могут запросто ко мне приехать и сделать со мной все, что угодно. Но еще более всего опасно, это эта статуя SCP-173. Именно поэтому, банда, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда, банда, я проникну в настоящий фонд SCP. И, возможно, сниму всех остальных SCP. Банда, это будет просто жесть. Надеюсь, меня не поймают. Эй, бро, также подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Supreme Банде. Ведь придет время, Supreme Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, про тебе же не нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, и тогда ты будешь самой сильной банде на ютубе. А тем временем, банда, мы еще в 3 часа ночи призываем SCP-173. Точнее, откроем для него портал через зеркало, чтобы он вошел к нам в той комнате SCP. Погнали, банда! Окей, Supreme Банда, вы не поверите, на часах 3 часа ночи, просто глядя на это, черт! Самое мистическое время уже на часах, и пришло время открывать портал через зеркало к этому SCP, банда, чтобы он пришел к нам. Мой дом, банда! Я знаю, на 100% это очень опасно, но я реально хочу этого сделать, банда, тем более, что вам это будет интересно смотреть. Окей, Supreme Банда, сейчас же вам расскажу, как через зеркало открыть портал всяким мистическим существам. Как видите, банда, у нас есть огромное зеркало, черт, просто посмотрите, какое оно огромное, это реально жестко. Окей, вокруг этого зеркала нужно оставить свечи, после чего произнести заклинание. И плюс к этому заклинанию добавить 9-го, кого вы призываете. Тот, кому вы хотите открыть портал. У нас же это банда SCP-173 статуя. Надеюсь, вы готовы. Окей, расставляю свечи, Supreme Банда. Господи, я так давно уже этого не делал, банда. Это просто жесть. Нужно из этих вот свечей сделать такую, типа, дорожку, чтобы он как бы вышел его. Типа, банда, добро пожаловать. Да, это, конечно, жестко звучит, как для демона или же какого-то инопланетянина. Также, бандиты, напишите в комментариях, кого вы еще хотели, чтобы вы вызвали из фонда SCP. Я обязательно это сделаю, банда. Окей, банда, и последняя свеча. Готов. После этого нам нужно произнести заклинание, и откроется портал. После этого вроде бы к нам должен прийти SCP-173, но для начала нужно еще выключить свет по всему дому. Окей, просто посмотрите, как же это мистически выглядит, банда, черт. Около зеркала стоят свечи, это просто жесть, как страшно. Господи, банда, просто посмотрите на это. Как же эта дорожка мистически выглядит, черт. У меня прямо на этом мурашки по коже, Supreme Банда. Тем не менее, пришло время произнести заклинание и открыть портал для SCP-173. Окей, во тьме ночной присвети. Во тьме ночной при свете дня SCP-173 призываю тебя я. Во тьме ночной при свете дня SCP-173 призываю тебя я. О, господи, нас скрипит же свет. Черт, Supreme Банда, это просто же свечи, потух. И господи, что здесь такое было? О, черт, ты видела это? Да, что это? Это просто же оно вылетело с той стороны зеркала. Господи, это похоже на кровь. Как или что это? О, господи, банда, посмотрите, это какая-то коричневая жидкость из крови. Фу, черт, банда, это говно! Это просто жесть, откуда оно здесь? Это реально жесть, банда, это реально говно! Черт, глянь, оно же имеет цвет говна, вы это видите? Это просто жесть, бандиты! Это SCP-173, Настя! Он этим ходит в туалет! Я не знаю, как это происходит, но чем он ходит в туалет, это его какахи и кровь! Настя, это просто жесть! У нас получилось его вызволить! О, это ужасно! Да, это реально жесть, банда, я реально в шоке! Он теперь где-то в моем доме! Или же, возможно, даже в подъезде или где-то в соседнем! Черт, банда, мы реально опасности подвернули весь дом! Это ужасно! Господи, просто посмотрите на это! Я увидел, как оно на меня вылетело, но если тоже это увидела! Да. После чего просто потухли все свечи! Теперь главное только не моргать! Господи, мне реально стрёмно. А мы же ведь даже тренировались не моргать, банда, я уже моргаю, вы это видите? Это просто жесть, банда, что если я просто умру? Настя, ни в коем случае не моргай, не отворачивайся. Я постараюсь. Это жесть, банда, ты не знаешь, что будет дальше, но мне уже только от этого стрёмно. Господи, это реально его говно, черт. Окей, Supreme Банда, тем не менее, 173-го нигде нету в доме. Мне кажется, что он в подъезде, черт. Это просто жесть, нужно пойти посмотреть, Настя. Да, пошли.
Мне все еще не верится, но реально получилось его призвать, господи! Окей, что ж, надеюсь, вы готовы? Показалось. Окей, супер, папа, главное только тихо, главное не шуметь. Господи, Бог, это просто жесть, главное только не моргай! О, черт, Настя, я моргнул! Да, не только не это, черт, Суприбанда, его здесь нету! Он реально куда-то не телепортнулся, Настя! Это просто жесть, Суприбанда, это уже вообще не смешно! Господи, Бога, что если меня просто убьют, это просто жесть! Я не хочу еще умирать, Суприбанда, что если мне просто сломает шею! Как он это делал другим своим жертвам, это просто жесть, бандита! Посмотрите, он здесь, Суприбанда, его увидел, стоит просто здесь! Это жесть, Бога, мне все еще это не верится! Черт, Бога, вы его видите, это просто жесть! Его здесь нигде нету, Суприбанда, посмотрите, он реально куда-то телепортнулся, вы это видите? О, господи, здесь дверь закрыта. Это просто жесть, Настя, что происходит где-то в нашем доме? О, черт, главное только, чтобы никого из нас не убил, Суприбанда, это просто жесть. Мне реально уже этого не по себе, черт. Окей, бандит, я не знаю, как вы, но мне реально стрёмно. Господи, Банда, посмотрите, вы это видите? Это же его какахи кровь, это просто жесть. Сколько он здесь находил в туалет, это то же самое, что и на зеркале. Это просто жесть, Суприбанда, господи, гляньте на все это. Я не понимаю, как стать, я полностью сделаю из бетона, может ходить в туалет, да еще и кровью и какахами. Просто посмотрите на это. Это просто жесть, Банда, сколько здесь его, господи. Это реально говно и кровь. Это жесть, Суприбанда, мне этого реально по себе никогда этого не понят. Настя, зачем вы вообще его призвали? Да, я с тобой полностью согласен, это реально жесть, это все потом нужно будет убрать. Это просто жесть, бандиты, мне реально его уже не по себе. Черт, Настя, ты не поверишь, он здесь стоит, господи. Какой же он огромный Суприбанда, Настя, скорее не стал, он здесь. О, господи, нет, черт, что происходит, его уже здесь нету, Настя. Я тебе клянусь, он был здесь. Черт, Суприбанда, он опять телепортнулся, как только я отвел камеру. Но почему он на все еще нападает? Это просто жесть, Настя, черт, стой на месте, он сзади тебя. О, господи, это просто жесть, он пропал, он был здесь, Настя, тебе клянусь. О, черт, я случайно моргнул, просто телепортнулся. Господи, это ужасно, Суприбанда, мне все еще это не верится. Мы реально призвали SCP-173, господи, Банда. А что, если бы это был скромник Банда, совсем другой SCP? Господи, это ужасно. Черт, просто жесть, посмотрите, сколько здесь всего. Это все потом нужно будет убрать. Это реально все его какахи, Банда, мне в это не верится. Он просто из нашего дома сделал настоящий туалет. Это жесть, бандит, я не знаю, что будет дальше, но это реально стрёмно еще то, что он был сзади Насти. Что, если бы он просто ее убил, Банда, чтобы тогда было? А нет, Банда, посмотрите, он уже здесь, господи, нет, стой на месте. Настя, главное, только не моргай! О, черт! Я моргнулся, нет, посмотри, он телепортнулся ближе! О, господи, Суприбанда, просто посмотрите на него! О, господи, Банда, черт, я стараюсь не моргать, это просто жесть, просто посмотрите на него! Какой же он стрёмный, черт, бандиты! О, черт, Банда, куда он делся? Значит, ты видел, он просто пропал! Черт, это такое, он же был здесь, Суприбанда, мне прям это не верится! Он реально просто куда-то пропал, что происходит? Черт, наверное, уже 4 утра, Настя! Да, Суприбанда, посмотрите на часах, реально 4 утра, господи, мы дожили! Это просто жесть, это реально было испытание, Банда, дожить до рассвета. Наконец-то 4 утра, и вся мистика уже перестала быть. Только вот теперь все эти его какахи нужно просто вымыть, Банда. К сожалению, они, Банда, 4 утра уже не пропали. И черт бандит, это просто жесть, мы реально призвали SCP-173. И сегодня мы были реально на грани к смерти. Это просто жесть, Настя, мне реально стрёмно. Мне тоже было очень страшно.
Да, это 6 бандиты. Окей, бандиты, также пишите в комментариях, кого вы еще хотели, чтобы призвали из SCP-банда. Это будет просто жесть, как интересно. Мне реально это будет интересно, потому хотя немного страшно. Потому что он мог нас запросто убить. Эй, бандиты, давайте на это видео наберем уже сколько угодно лайков. Просто будет прошу тебя, пожалуйста, по-братски, опустите и нажми лайк. Как видишь, сейчас на моем канале не лучшие времена. Именно поэтому Суприм-бандит тебя прошу помочь. Ведь нашу Суприм-банду нужно продвигать. Именно поэтому опускайся ниже, жми лайк и пиши в комментариях, какого бы ты хотел еще SCP. И это обязательно, чтобы продвинуть видео из Суприм-банды. И тогда наша Суприм-банда наконец-то будет над всеми. Именно поэтому, бандит, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. И провод комнаты из прошлого видео. Господи, какие они шикарные. Просто лишь комментарии. И просто, а что, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего чем нужно это опуститься ниже. Нажать свой лайк, колокольчик и все. Вроде уже в новом видео. Лайк, лайк, комменты в новом видео, бандит. Эй, бро, помни одно. Оставайся такими шикарными. Пока!